Всем доброе утро. У меня сегодня 3 февраля. Я картиночку вставлю. На весах я взвешивалась. Вес волшебным делом исчез. Сейчас я вешу 92 800. Не знаю, что это было. Надо разбираться, чтобы это не повторилось вновь. Есть я сегодня буду овсянку, молоко с водой напополам, 120 грамм каши, 50 грамм яблока у меня, хлебец один, там 4,5 грамма получается, и 20 грамм форели. И добавила 2 грамма масла. Время 2 часа 12 минут. Мы с ребенком садимся есть. Вообще ничего не успеваю, мне надо убраться. Завтра вызывают на работу, подменить, двое на больничном. А надо еще поесть готовить. Голова вся кругом. Буду есть рассольник. Это последняя порция у нас сегодня. 350 грамм, 20 грамм 20% сметаны, зелень и перец черный молотый. Ребенок у меня просто ест сметаны, я с перчиком. Ладно, пойду я есть, еще слишком много работы, потом подключусь, все расскажу остальное. Время 10 минут 6. У меня 3 прием пищи. Буду есть творог со сметаной и сахаром. Творога у меня 127 грамм, сметаны 30, сахара 10. Время сейчас 9:30. Мне некогда было есть. Я решала кое-какие вопросы. В холодильнике кроме макарон ничего не оставалось. Кроме творога, как последний раз я поела, в принципе, ничего не ела. Выпила только чашку чая. На ужин буду есть суп из куриных голеней. Или на куриных голенях, не знаю, как правильно. Там у меня картошка, лук, зелень укропа, семена укропа и макароны паутинка. На 2-литровую кастрюлю у меня всего 50 грамм паутинки. Сейчас готовлю себе на завтра хоть какой-то белок, чтобы было мясо. Чтобы возможно было перекусить. Завтра, в принципе, покажу, что я буду есть. Все просто. Организм, надеюсь, мой будет не против насчет супа. Порция маленькая, 250 грамм. Пойду кушать. Надо еще поработать за компьютером. Всем спасибо, что смотрели. Присоединяйтесь, худеть, комментируйте, подписывайтесь. Кому понравилось, ставьте лайки. Худеть легко. Давайте худеть вместе. И всем пока!